Приветище, это Flipper House, и сегодня мы будем заниматься с тобой важным делом. Дело в том, что мы находимся на свалке, посмотри, какая здесь грязюха. Ужас просто. Здесь мы должны сделать с тобой тренажерный зал под открытым небом. Это будет очень круто. Но сперва нам нужно убрать всю вот эту вот свалку своими ручками. Сколько здесь кирпичей, сколько здесь бутылок, пицца какая-то валяется. Здесь явно... О, цемент. Может он нам и пригодится, не знаю. Надо будет разобраться. Ну что, давай не будем долго томить и сразу же начнем с уборочки. Все, что можно было убрать ручками, мы убрали. Теперь осталось вывести вот этот вот строительный мусор. Его мы будем выгребать при помощи лопат. Также нам нужно разобраться с мебелью. И еще у нас здесь есть будка. Видимо, здесь был песель когда-то. Вот его миска, вот его будка. Я так полагаю, что песель здесь уже не живет, потому что миска перевернута, еды в ней нет. Но раз еды нет, то зачем здесь песелю делать что-то? Не охранять же ему свалку, да? Поэтому давай мы это все дело продадим. Нифига себе, будка косарь стоит. Продаем. Миску тоже продаем за 63 рубля. Мебель тоже надо продать. Табурет 539 рублей. Диванчик 1300. Стол 1500. Дороже, чем диван, прикинь. С мебелью разобрались. Теперь давай вывозить вот этот вот строительный мусор. Берем лопату. И начинаем это все дело вот так вот откапывать. Учитывая, что весь этот хлам мы вроде бы как перекладываем с одного места на другой, давай предположим, что мы грузим его в КамАЗ, который все это дело увозит. Мусор, откапывайся. Но здесь и хлам яй, это капец просто. Здесь копать и копать. Мне бы помощники не помешали. Это я до сих пор первую кучу копаю. Уже минут 5, наверное. О, пиццу раскопал. Нормальные такие у меня археологические раскопки, да? Некоторые кости динозавров находят, а я вот пиццу с банками нашел. Оу, да, первую кучу строительного мусора мы наконец-то раскопали. Но не забываем про еще 3 кучки. Великие кучки мусора, блин. Последняя кучка, и все, и приступаем к строительству. Ну ты посмотри же, совсем другой вид. Теперь нам нужно оттереть вот эти граффити. У нас же тут все-таки спортзал, а не кружок по рисованию, правильно? Берем, значит, чем оттирать? Ручками, что ли? Как мне вот это оттереть? А, шлангом это все дело. Надо смыть вот так вот. О, видишь, как просто. Вон, смотри, вон там тоже начеркали. Следы от нашего КамАЗа, который вывозил мусор. Это мои следы или не мои? Непонятно. Сейчас граффити ототрем. Следы тоже уберем. Приступаем к отделке нашего уличного спортзала. Здесь у нас будут велосипедные стойки. Вот такие вот стоечки, чтобы сюда каждый мог приехать, поставить свой велосипед и пойти позаниматься. Первый день подходит к концу, уже закат, мне пора идти домой. Мы много чего здесь сделали. Убрали строительный мусор, пищевой мусор. Продали лишний хлам, который здесь стоял. Ну, я имею в виду про табуретки, диваны и будку. Постригли всю траву, теперь у нас здесь ровненький газон. Поставили велосипедные стойки, теперь сюда могут приезжать на велосипедах, оставлять их и идти в спортзал. А чтобы они могли пройти, мы сделали здесь немножечко плиточки. Смотри, вот так вот дорожечка ведет в спортзал. Ну, в будущий спортзал. Пока что она никуда не ведет. Ну все, вроде бы все. Мы отправляемся с тобой к спачке, уже совсем конкретный закат. И идем в наш сарайчик. Второй день нашего уличного спортзала. Мы вернулись. Сегодня нам предстоит куча работы. Во-первых, нам нужно расстелить рулон газона, потому что, смотри, здесь травы нету, это некрасиво смотрится. Такое ощущение, как будто ее кто-то пожевал здесь. Козы прошлись. Газ
бетон постелен. Теперь нам нужно рассыпать здесь песок. Ты посмотри, какой у нас здесь пляж получился, правда, без моря, без океана, ну ладно. Как ты уже понял, здесь у нас будут располагаться различные тренажеры. Тренажерная составляющая у нас готова. Цветовая палитра, ты можешь наблюдать, какая у нас. Зелено-серебристая. Лично мне эти цвета прям по кайфу. Осталось дело за малым. Вот этот вот участочек, это у нас зона отдыха. Нужно ее озеленить и поставить здесь лавочки. Долбанные лавочки, ну кто придумал их? Малые лавочки, большие лавочки, средние лавочки, ну какая к черту разница, ты все равно сядешь на эту лавочку. Ну подумаешь, поставил я маленькую, ну меньше поп поместится на эту лавочку. Ай, теперь все переделывать, короче, надо новые лавочки покупать, вот такие здоровенные, на три жопы. Ах, ладно, я тут немножечко подровнял все, у меня плиточка теперь такими кубиками стоит. Сейчас я поставлю вот такие огроменные лавочки, потом планирую посадить деревья. А то как-то слишком пустенько здесь. Ну вот смотри, как получилось. Вроде ничёшно, да? Теперь нужно приступить к посадке деревьев. Сюда прилепим. Не, что-то какой-то отстой получился. Надо это продать срочно. И здесь тоже не в тему. Короче, решил садить за лавочками. Тут они точно никому не помешают. Я, кстати, понял, почему лопата называется би-лопата. На ней же пчела нарисована. А би переводится с английского как пчела. До сих пор, как неандерталец, закапываю растения ручками. Ладно, хоть шлангом поливаю, а не ведра с колодца таскаю. Осталось посадить еще три вот таких вот огроменных шарообразных дерева. Они здесь нужны для тени. Потому что площадка открытая, солнце светит. Нужно где-то будет спрятаться от него. А эти деревья нам в этом помогут. Вот и все, ты посмотри на нашу тренажерную площадочку на улице, она просто чудесна. Конечно, я немножечко тут с песочком переборщил, сейчас я это все дело подровняю. Вот таким вот макарчиком, вот. По-моему, получилось шикарно, даже лавочки, смотри, как стоят, интересно. Здесь я деревья специально большие посадил, чтобы тенек падал, и на лавочках, когда сидишь, тебя не беспокоило солнце. Но мне не нравится, что здесь вот земля. Давай мы ее мелкой крошкой засыпем. Вот таким вот гравием сейчас мы ее засыпем, и все будет по фэншую. Вся проблема только в том, что работая с гравием... Упс. Да, вот я про это и хотел сказать. Работая с гравием, с песком, нельзя работать аккуратно, потому что ты вечно залезешь куда-нибудь за края, либо что-нибудь лишнее уберешь, потом это все равнять. Короче, куча геморроя. Но зато есть один плюс. Посыпал где надо, и все. Ну вот, другой вид. Прибыль со всего этого проекта у нас составит 885 тысяч. Это довольно масштабно для такого проекта, но я бы хотел получить, конечно же, больше. Завершаем нашу сделку. Заказ не выполнен полностью, потому что я не убрал где-то мусор. Хотя все пересмотрел, нигде не нашел. Ну что, я думаю, что я достаточно набил руку для того, чтобы в следующей серии сделать себе дом и сад.
Ну а как это будет выглядеть, ты увидишь в следующей серии. Тебе спасибо за просмотр, если понравилось, тебе лайкос и комментос под видос. Ну а также подписывайся, если ты еще не подписан. А на этом все, тебе удачки и пока!